Не в таком уж далеком государстве, не в таком уж далеком прошлом стоял дворец, в котором жили не совсем обычные люди. Необыкновенность их заключалась в том, что они любили детей. И не просто любили, а очень любили. И все время чего-то искали. Эти поиски и сейчас ведутся беспрерывно. Ой, извините. А хотите посмотреть, как каждый здесь свое дело делает? Ну пошли, мне самой интересно. Это студия. Звук, микрофоны и прочие серьезные вещи. Вы, наверное, хотите знать, как становятся композиторами, звездами? Да только как это узнать? Ведь за творческим человеком не подглядишь. Ну, то есть подглядеть-то можно. Да только что увидишь. Но на самом деле все происходит не здесь, где видно, а там, в глубине души. Здорово здесь! Пусть дворец будет всегда для детей и для тех, кто любит детей. Какие все-таки добрые! А говорят, что раньше люди были добрее, а дети послушнее, и даже погода была лучше. Ну, про все не знаю, а погода, мама говорит, точно была лучше. Здесь обучаются все, кто хочет стать капитаном дальнего плавания. И довольно успешно у них это получается. Они все знают про море, корабли и про спасение утопающих. Вот так бы и стояла, и смотрела. Только долго стоять не могу, терпения нет стоять. А вот сколько терпения надо, чтобы сделать... Смастерить, сшить. Попробуй, найди здесь людей. Надо же, сколько костюмов нашили. Одним словом, зашились. Розыгрыш – это ребята такие, веселые. Они всегда что-нибудь или кого-нибудь разыгрывают. Подходят и говорят: «Он, у тебя коленки сзади грязные!» А на самом деле мои коленки сзади чистые. Бабушка говорит: «Какая грация!» Ну да, девочки без этого косолапят, шаркают ногами и громко топают. Согласна, без грации не пококетничаешь. Угу. Здесь главная идея. Вот приходит она им в голову, они думают, думают, а потом изобретают какой-нибудь синхрофазатор. Нет, синтрофазохрон. Нет, синхрофазотрон. Вот! О! На занятие или на репетицию? Сейчас разберемся, заходим. Так, ну а ты что здесь стоишь? Ну-ка быстро в зал на репетицию. Ольга Владимировна, она научила меня танцевать и продолжает учить. Бегу, бегу! Как интересно! Здесь рождается музыка.